Сегодня по просьбе своей жены я попытаюсь сделать на своем токарном станке по дереву небольшую подставочку. Подставка будет для елочки. Елка тоже необычная. Это елочка, которая сплетена из бумажных трубочек. Жена занимается таким рукоделием и вот попросила меня для этой елочки сделать подставку. Подставка будет состоять, ну, из самого основания и, собственно, самой стойки ножки. Высота елочки приблизительно 400 мм. Диаметр у основания будет где-то 300 мм. Ну, я думаю, что где-то 150 мм в диаметре. Высота 40 мм. Ну и ножка этой подставки где-то 500 мм высотой. Для стойки я буду использовать вот такой вот брус. Он у нас сечением 50 на 50 миллиметров. И также будет использоваться еще вот такой брус. Ширина 150 миллиметров и высота 50 миллиметров. Сейчас размечаем это все и готовим это все для того, чтобы вставить в токарный станок и изготовить требуемое.